Продолжаем репортаж из окна гостиницы в городе Славском. Вид на горы близлежащие и речка. Маленькая речка, но она очень громкая. Вообще очень красивый вид из окна. Горы в тумане, елки в тумане. Просто замечательно. И город Славское, здесь проводится ежегодный ведийский фестиваль. Фестиваль ведийской культуры, где можно зарядиться позитивным настроением, хорошие эмоции, познакомиться с хорошими людьми, духовными людьми, людьми, которые радуются жизнью, которые немножко отличаются от обычных людей, которые мы привыкли видеть в большом городе. Многие из нас прибыли сюда из большого города. В этот раз я прибыл из Киева. И так, видимо, не знаю. Хорошо. И что хочу сказать об этом фестивале. Очень прекрасное место. Прекрасное место фестиваля, такие как фестиваль ведийской культуры. Это Гауранга фестиваль 2016. Сегодня у нас 13 июня. Фестиваль закончился вчера официально. Вчера? Да. Нет, вообще-то он закончился 11-го. Официально он закончился 11-го, но 12-го разъезд, день разъезда. Вчера был день разъезда. Я немножко задержался, поскольку билеты удалось купить только на сегодня. Тем не менее, это прекрасная возможность. Просто посмотреть еще раз на это прекрасное место. Сходить в горы. Здесь, кстати, зимой... Я здесь ни разу не был зимой, но здесь есть горные лыжи, спуски. Они, конечно, не такие, как Кастильские горы или Вермонте, США, намного меньше, естественно, но тем не менее для местной аудитории, для местного environment, для местности, для данной местности это достаточно высоко и удобно. То есть зимой здесь достаточно много людей, которые приезжают на лыжи, очень популярное место для посещения в зимнее время. И что хочу сказать, что, ну, касательно, возвращаясь к фестивалю, все-таки ведийский фестиваль, который здесь является одним из важных мероприятий в это время, ну, скажем, не так много, как это на Бхакти Сангама летом, хотя сейчас тоже лето, июнь месяц, в августе месяце, у нас в конце августа месяца проводится фестиваль Бхакти Сангама, которая планируется в этом году так же, как в прошлом, на Шатских озерах. Это Волынская область, если я не ошибаюсь. Там, конечно, в прошлом году было порядка 5000 человек. Здесь где-то 1000 человек было. Но, тем не менее, уютно. Не так много людей, но тоже уютно и хорошо. И очень замечательная атмосфера, которая царит на этом фестивале. Очень сердечная, очень добрая, открытая. На фестивале я много общался с людьми. Основная тема моего общения была по моей работе. Это мы работаем над проектом сейчас «Веда Дом» и «Веда Дейт». Это проект «Технология знакомств», как правильно знакомиться, как правильно развивать отношения, начиная с нуля,
у кого-то с нуля, у кого-то с минуса. С минуса в том плане, если есть уже опыт негативных прошлых отношений, которыми нужно расстаться. То есть очистить пространство, очистить площадку, построить фундамент и строить настройку. Вот, в принципе, такие этапы мы проходим на тренинге «Технология развития семейных отношений». Самое первое – это мы отпускаем прошлое, чистим, отпускаем все обиды, потому что, как правило, большинство из нас имели отношения, прошлые отношения, неудачные отношения. Ну, коли люди интересуются знакомствами, то, естественно, отношения были неудачные. И, в общем, проходим шаги, как отпустить прошлое, отпустить обиды, простить и отпустить, то есть экологично расстаться с прошлыми отношениями, чтобы начать новое. И этапы развития отношений, которые мы рассматриваем и обучаем на нашем тренинге «Технология развития семейных отношений». В ближайшее время планируется тренинг на Арбатской стрелке. Это будет фестиваль Тавале. И затем у нас в Киеве будет проводиться два тренинга по этой же теме. Технология развития отношений. Как начать все с нуля. Ну, возвращаясь к фестивалю Гауранга, скажу, что приятно было заметить, сколько позитивных изменений наблюдалось у людей, с которыми я общался. Многие из них были впервые, и несмотря на то, что они были впервые, тем не менее, масса позитивных эмоций – это первое. Второе, что очень важное и приятное, это что у людей произошли изменения, трансформация, изменения на сердечной чакре. То есть люди открыли сердце, люди впустили ту любовь и добро, которое царит вокруг, доброжелательность, сердечность. Искренность, позитивное настроение, что самое важное, что все начинается с этого. Улыбайся, улыбайся, ярким солнцем наслаждайся и любовью наполняйся. Наполняйся на любовь, наполняйся, потому что любовь, солнце, радость, все вокруг, даже если сейчас нет солнышка и всего-навсего на улице только утро, туманное утро, здесь туманное всегда, но начиная с 8 часов точки расходятся, туман, вернее, расходятся, и очень радостно, красиво, солнечно, просто замечательно, какой шум природы, какие звуки природы. Вот прислушаться к этому, такое успокоение, умиротворение, просто замечательно. Так вот, те изменения, которые произошли здесь у многих людей, с которыми я общался на фестивале, скажу, что были потрясающие, просто замечательные. Это не может не радовать, потому что видно, как люди меняются. Это одна женщина, с которой я ехал вместе в поезде. Мы познакомились, когда вышли из поезда, и она приехала первый раз на фестиваль наш. И вот спустя 5 дней мы пообщались с ней снова. И трансформация, которая произошла с ней, была просто колоссальная. Я видел ее горящие глаза, успокоение, умиротворение, желание строить жизнь по-новому, новые цели, светлые цели. Это было просто великолепно, просто замечательно. Да. Вот что происходит в таких местах. Я бы сказал, место силы тоже. Место силы энергетическое, место силы общения с людьми. Ну, с вами был Ярослав Мудр-Воронцов. Друзья, желаю вам всего самого-самого лучшего. Любите себя,
любите своих близких, любите все вокруг. Пусть Бог вернет вам столицу. Намасте. Здравия вам. Не могу сделать полный поклон, потому что держу камеру. Увидимся, друзья. Намасте. Утренняя природа.